Всем добрый день! И сегодня я хочу вам представить свою уже оконченную работу, вышивку с бисером, которая длилась целых 1,5 месяца, я вышивала. Называется она «Ривьера». На нее пошло 30 разных цветов. У меня даже еще бисера много осталось, я закупила лишнего. Но пойдет на следующую вышивку. Вот такая красивая получилась картина. Очень классная. Мне очень нравится. Конечно, очень трудоемкая, потому что много перемешивается цветов. Но это того стоит. Очень классно. Я очень довольна. Это рамочка, которую я купила для этой картины. Вот когда мы втянем вышивку в эту картину, все оформится красиво. И я вам покажу, как она смотрится уже в рамочке. А так очень красиво все.